Hello, everybody, меня зовут Честер, и сегодня я поиграю в игру под названием Hatred. Это игра про маньяка, который любит убивать все. Все, что он видит на своем пути. Игрушка настолько, скажем так, жестокая, что она уже успела нашуметь еще до выхода ее. Так что давайте начнем и посмотрим. Ну, думаю, хард экстрим. Ничего себе, давайте. Просто хард. Попробуем, а что это такое и с чему едят. Ну, хотя понятно, что мы будем играть чуваком и мочить всех подряд. А что значит перешив? Так, понятно. Игрушка сделана на Unreal Engine 4, а у меня видюха пока мисс Unreal Engine 4 не вытягивает. То есть, для того, чтобы она вытягивала, YouTube она же банально заменить. Но денег нет пока. Так что будем играть так, обозревать именно так. Надеюсь, никого не будет скучать. Так. Left, alt. Ага. Понятно. Все, зачем я сюда зашел. А где уже кого мочить? У нас есть калашников в руках. Ага. Вот у нас тут обучение. Ну, давайте. В общем, понятно. Ладно, идем дальше. Что тут? Press R to roll. Ну, то я знаю, что тут заряжать. Destroy 3. Разрушаем это. Use the right. А. Вау. А, смотрите. Все, правой кнопкой мы можем на дальности поприцеливаться. На дальних дистанциях, ладно. По-моему, а вот еще один последний осталось. Помните, что помните? А вот еще один. Гранат есть. Ну. Отлично. Так, мы зайдем дальше. Нажмите 4, жмем. Это коктейль Молотова. Так, дальше что у нас? Ну, наверное, дальше идем в комнату. Не. Левый контур, чтобы порисовать. Это какой-то чувак. Execution, то есть это... Death, the lowest common denominator of all. Leave the basement. Отлично. Вот, в общем, Q мы добиваем людей в жестоких его вариантах. Ладно, прыгаем. Ну, я чтоб... Не понял, чего он не хочет. А, шик. Все, обучение закончилось. И сейчас мы, наверное, пойдем в вольные хлеба, или у нас тут задание какое-то будет. Хотя игра про то, что убивать все подряд. Все живое на своем пути разрушать. Избивать беременных женщин и насиловать детей. Шутка. Очень плохая шутка. Ну, посмотрим, насколько она, почему она такая шумная была. Хотя, по трейлерам, когда еще она не вышла, там ничего такого особого. Ну, убивает он невинных людей, и что, теперь запрещать? Сомневаюсь, что кто-то в здравом уме пойдет сейчас после этой игры мочить людей.
Что игру здесь так долго? My name is not important. What is important is what I'm going to do. I just fucking hate this world and these human worms feasting on its carcass. My whole life is just cold, bitter hatred. And I always wanted to die violently. This is the time of vengeance, and no life is worth saving. And I will put in the grave as many as I can. It's time for me to kill. And it's time for me to die. Вот и начинается веселье, да? Ага, помрите, людишки свои. Так, не сюда выпадает? О, тут кто-то ранен, не надо его давить. Не осталось ранено. Что-то напоминает первый подпол. В таком антураже. Ага, вот это дело. Ну, знаете, никакой радости от того, что просто мочишь людей. Нету. Это удовольствие получаю от этого, если честно. Просто мочить людей. А, ну вот поп. Я у них просто машина банально сидела. Давайте с пистолетом. О, коп. Ай, блин. Мёртвый был. Хороший коп, мёртвый был. Я подлатый мудак. Я ненавижу весь мир. Поэтому он будет гореть. Просто гореть. В общем... Выглядит она прикольно. Die, pig. Rise and die. 1895. Suspect is moving to your location. Secure the perimeter. А, вот это в маркет надо зайти, пойти в маркет. Спасибо.
общем, я специально сдох. Умер. Подох. В общем, давайте подведем итоги. Если кому-то такое нравится, то я не знаю. Вы больной человек. Честно. Игра полнейшее говно. Просто смотрите, игра насилие ради насилия, она... Ня. Просто это не игра, это даже... Ну, просто бред, если честно. Мне такая игра не понравилась. Я жалею, что потратил на нее деньги. Честно. Хотя в Steam теперь появилась классная функция. Теперь можно вернуть в течение 2 дней. А можно вернуть свои деньги. Так что, если это у меня получится, значит, просто попробовал и все. И торренты мне надо качать, проверять. В общем, всем спасибо за просмотр. Это было Hatred. Если кому-то нравится, в Steam она недавно только 1 числа появилась. Пробуйте. Но, говорю, если вам она очень прям вкатит, то вы больной человек. Да? Обратитесь к врачу, психологу или вообще... Не знаю, повесьтесь. А вот, шутка. Всем спасибо за просмотр, пока. С вами был Честер, но дальше игру эту продолжать он не будет. Точно, да? Да, я не буду продолжать. А пока.